Он говорит, что во время подъема нужно помнить о падениях. А потом он говорит, как старик, который ищет, что он потерял что-то. То есть человек никогда не находится в чистом подъеме, а всегда должен помнить, что он может упасть. То есть это как бы портит его подъем. Да. Не может быть чистого подъема в чистом виде, в котором бы человек находился полностью? Нет. Ну, как такое может быть? Да, он все время должен раскрывать, что у него есть хиссарон, потребности. Хиссарон к слиянию с высшей силой. То есть это как бы больший страх. На более низких уровнях это страх, да. На уровнях более высоких это уже не страх, а необходимость.